Приветствую вас. Как мне кажется, у вас все начинается с того, что вы бежите. Мне так показалось. То есть вот ваша история, да, она начинается с того, что вы бежите. Начинается история с того, что вы, как мне кажется, стремительно так пытаетесь убежать от чего-то. Возможно, это что-то связано с вашим папой, с его смертью, вот, и с травмой, которую вы не прожили вот, в контексте его ухода, вот, соответственно, потому что, ну, есть какое-то ощущение, что вы чувствуете себя одинокой, ну, что вы вообще одинокой, есть такое ощущение, по крайней мере, у меня, вот. И как бы это первое, что бросается в глаза. То есть вы как бежали, так и бежите. Просто раньше вы бежали в другую квартиру. Потом вы теперь убегаете, по сути, это делал ваше самобичевание. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. И вы бежите. А надо бы, конечно, просто остановиться и посмотреть на себя, посмотреть на то, что с вами происходит, на ваши ощущения. Вот, на то, что вам хочется, на свои переживания, вот, и учиться их отслеживать и замечать и воспроизводить в своей жизни. Вот, значит, смотрите. Вы пишете, мне осталась квартира, нужно было сделать дорогой ремонт, почему именно дорогой, я приняла решение продать и купить поменьше каким-нибудь ремонтом, чтобы можно было жить или сдавать уже сейчас. Как-то вот контекста маловато здесь, то есть непонятно, это ваша квартира или другая квартира, если ваша квартира, ну то есть вы в ней жили, то почему такая необходимость продать и делать ремонт, если не ваша, а вы жили в другой. Опять же, откуда спешка? Спешка-то откуда? Вот. Такое ощущение, да, что вы вот хотели. Ну, и до сих пор хотите, наверное, избавиться от каких-то вот болезненных переживаний. Я торопилась, все было в ППХ, мне хотелось в том же районе, далеко от набережной реки, но вряд ли не было, мне попалось на новостройку. Мне хотелось в том же районе, далеко от набережной и реки. Вот опять же, у меня есть ощущение, да, что если хотелось недалеко от набережной и реки, вас можно понять, ну, действительно, почему бы и нет? Но спешка тогда причем? То есть не просто хочу у набережной, недалеко от набережной реки. Не просто. Хочу быстро. Хочу быстро, понимаете? Вот что здесь, на мой взгляд, главное. Чем обусловлено? Вот давайте подумаем. Чем обусловлено то, что вы пытаетесь быстро? Что вы хотите быстро? Ведь вы же этого хотите. Я думаю. Ну, я думаю, что я правильно понимаю то, что ну, то, что вы пытаетесь сказать.
Вы куда-то спешите. Дальше. Так, я уже собралась покупать там. Это был тренинг, я сейчас понимаю, почему. В последний момент мне показалось, что район плохой, серый, мало зелени. Я нашла все-таки вариант, там не хотел, недалеко, но в старом доме. Я это совершил в последний момент на эмоциях. А чем это было продиктовано-то? То есть, понимаете, вот вы как бы говорите, да, вроде бы вот это все вы говорите. И вроде бы... Вроде бы. Понятно, конечно. Но... Куда вы спешите? Опять же. Ну, то есть, вы торопитесь. То есть, как будто бы вы не замечаете своих переживаний, как будто бы вы не замечаете своих своих эмоций здесь, своих желаний, что ли. Вот. Понимаете? То есть мне кажется, что это вот такая опасная, я бы сказал, система. Дальше. Только спустя месяц я поняла, что это ошибка, это невыгодно, не брать, иначе жить я там не хочу. А что изменилось? Вообще, я бы хотел ехать в другой город, пробовал там свои силы, но так я никто ничего не умею, но не капается, но на это взять и жить в этой квартире, которая мне не нравится. То есть у вас здесь обесценивание, проблема получается с самооценкой, вот. И плюс вы не очень хорошо разбираетесь в том, что чувствуете. То есть, ну вот, как вы приходите к этой вот мысли, что вы никто и вы ничего не умеете. А что вам, ну, вообще вот интересно, что вам вообще интересно было? Что вам вообще нравилось или нравится? Вот. То есть как вышло, что вы вот это очень важно. Вот. Такая вот история. Дальше. Так, каждый день жалею об этом, происходит истерики, такие, что таскаю себя за волос. Это аутоагрессия, с аутоагрессией нужно работать, это подавленная злость. Такое ощущение дается развить, кто вам сказал, бы ждал хороший вариант, я был худший, самое главное, на канал служить, если сейчас принимаю глупые решения. Вопрос в том, на самом деле, чего вы хотите. Вот. Понимаете? То есть, здесь мне
Здесь, мне кажется, позиция не в том, глупые вы принимаете решение или нет, а в том, чего вы хотите, что вам нужно, чем вы нуждаетесь. Вот, мне кажется, это куда более важная деталь, куда более важная ну, составляющая, вот, чем, значит, то, о чем вы говорите. А вы такое ощущение, да, что хотите как будто бы правильно. Вот такое ощущение у меня, что вы ну, как будто бы требуете от себя поступать правильно. Ну, мне кажется, нет, вы, конечно, можете это делать, безусловно, да, но как бы насколько это, насколько здесь, насколько это продуктивно, насколько это вы, то есть, ну, насколько вы остаетесь как бы с собой вот в этой позиции, да, в этих требованиях, ну, в этом требовании от себя, как бы, вот. Поэтому вот этот вопрос я вам хотел бы задать. Это, как мне кажется, важно. Достаточно. Понимаете, да? Вот, ну, что я имею в виду. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание. Мне кажется, это очень важный аспект ситуации. Дальше. Так, мне страшно жить, нет карьеры, ни на что, ни на кого опираться, не знаю, пути, куда идти дальше, ради чего, я для вас понял, спросите, куда ошибку есть, как же дальше, где смысл найти свой путь, нужно с вами пообщаться, чтобы найти ответы на эти вопросы. То есть, мне кажется, что вот вы, не знаю, заметили вы или нет, но как будто бы у вас есть ну, противоречие такое, как будто бы. То есть как будто бы есть противоречие. Что это за противоречие? Вы говорите. Я жалею, что, значит, не продала, не купила вот тот вариант квартиры. Вы говорите вы. Вот очень говорите вы, жалею об этом, о том, что не купила. Вот. Потому что там, условно, там, квадрат хотела ехать там в другой город и вот, ну, всякое такое. А вот. Но при этом, при том, что вы хотели ехать в другой город, у меня по ощущениям складывается вот такая история, как будто вы город в этот, ну, как-то вот. Как-то вот бежали от себя, да, пытались убежать от, ну, от самой себя, вот, потому
потому что вы не знаете, потому что вам страшно, потому что вам не на кого опереться. Вот. И мне кажется, что вот, мне кажется, идея, моя, по крайней мере, идея в том, чтобы, может быть, перестать бегать. Вот, моя идея в том, чтобы, не бегать, да, моя идея в том, чтобы, посмотреть на себя, чтобы столкнуться со своими страхами и перестать от них пытаться убежать. Да, вот, как вот вы там, сейчас это делаете, условно говоря. Вот. И, собственно, тогда, может быть, даже не может быть, а скорее всего ситуация нормализуется. Вот. Вот. Я не могу сказать, что она нормализуется сразу. Вот. Скорее всего, нет. Скорее всего, не сразу она нормализуется. Вот. Но, по крайней мере, вы будете лучше себя, вы будете лучше себя воспринимать, вы будете лучше себя чувствовать. Вот. А это вот, собственно, то, что хотелось вам, наверное, сказать именно вот именно с позиции терапии, да, с позиции психотерапии. Вот. И я надеюсь, что, что вам это интересно было. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя сделаете выводы. Вот. Определенно, да. Вот. И я надеюсь, что шагнете вперед, да, то есть, в смысле, будете двигаться дальше. Вот, я надеюсь, что сможете двигаться дальше, сможете для себя решить этот вопрос. Вот. Вот то, что я хотел вам ответить, наверное. Вот. На этом все, пожалуй. Да. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам было интересно. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом, какой только может быть. Ну, а мы вам с радостью поможем.